Базовый проезд в Чебоксарах – одна из самых популярных дорог, по которой водители объезжают городские пробки в центре столицы. Дорожное полотно здесь ремонтировали и не раз, но ремонт, произведенный в ноябре прошлого года, вызвал протест не только автолюбителей, но и тех, кто стоит на защите закона. Прокурор Ленинского района столицы республики обратился в суд. 10 ноября 2016 года, несмотря на ледяной дождь и ветер, рабочие строительной фирмы укладывали асфальт. В итоге эту дорогу городские власти не приняли. А лабораторные исследования показали, что при проведении работ по реконструкции некоторых участков дороги допущено серьезное нарушение. Согласно экспертному заключению, на данных участках водонасыщенные щебеночно-мастичные вырубки и сцепление асфальтобетона с нижним слоем дорожного покрытия не соответствует предъявляемым требованиям. По иску прокурора суд обязал строительную компанию привести участки автомобильной дороги в соответствие с требованиями законодательства. Некачественный ямочный ремонт на данном участке подрядная организация будет переделывать за свой счет.